Обычный день участкового уполномоченного Дениса Задорожного начинается в кабинете. Бумажной работы всегда много. Затем совещание у руководства, а после обход своего участка. Идет проверка лиц ранее судимых, лица злоупотребляющие наркоманией, лица злоупотребляющие алкогольной продукцией. Стандартный обход административного участка, где мы беседуем со всеми жителями Ленинского района на отведенные тематики, на личные обращения людей, на их проблемы реагируем. Обычная работа. Видение Дениса Задорожного – 12-й участок. Это часть домов по улице Школьной, Олимпийская и Донбасская улицы. То есть около 6,5 тысяч жителей. 40 из них участковый проводит систематическую профилактическую работу. Это регулярно злоупотребляющие спиртным, дебоширы со стажем, условно осужденные. Параллельно Денис Задорожный работает с обращениями законопослушных граждан, отвечает на звонки. Я понял вас, Надежда Васильевна. Проверим. На вопрос, почему он выбрал именно эту профессию, старший лейтенант полиции Задорожный отвечает просто. Важно находить взаимопонимание с каждым обратившимся за помощью человеком. Общение с людьми разного контингента, начиная от людей, которые злоупотребляют алкогольной продукцией, наркоманией, заканчивая главами администрации, депутатами, то бишь различные граждане. Абсолютно приходят, обращаются. Денис Задорожный в профессию уже 5 лет. За это время он помог сотням людей, раскрыл множество преступлений, а также получил благодарность от министра внутренних дел России за спасение человека. Профессию свою не идеализирует. Говорит, работа трудная, но ему нравится. Морально подготовленный человек. Потому что все тяготы и лишения здесь проявляются на ура. Поэтому все же идет моральное состояние человека, который готов выслушивать проблемы других людей, ну и, естественно, не накладывая их на себя. Участковые уполномоченные всегда находятся на передовой борьбы с преступностью. Знать все и обо всех – их главная задача. Постоянный контакт с жителями, сбор информации, оказание правовой и моральной помощи, пресечение правонарушений – таковы их рабочие будни. И пока на страже порядка стоят такие участковые, как Денис Задорожный, за спокойствие граждан можно быть спокойным. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.